Привет, дорогие друзья! Сегодня будет коротенькое видео на подарки, сделанным братом для меня. Спасибо большое брату Сергею за такой вот замечательный подарок. Здесь у нас прям полная атрибутика. Вот такая вот звезда верхняя, видите? Электрическая елочная верхушка. С одной стороны она серебром, с другой стороны она зеленого цвета. Даже имеется документ к ней. И коробка более-менее в отличном состоянии. То есть это можно будет подклеить, сделать. И самое главное, в этой коробочке здесь тоже сохранилась атрибутика. И посмотрите, какая красота! Дедушка Мороз, калининский, полностью у него сохранился и посох, и мешок, и сам он в хорошем состоянии. И год у него 1984 год. Представляете, сколько ему уже лет? Здесь можете прочитать, фабрика. Даже номер телефона был указан по улице, по которой он был сделан. Вот. Был куплен январь. Вот такая вот красота. Вот такие вот обновочки у меня сегодня. Ну, а вы пишите в комментариях, как вам такая красота. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.